Как вас зовут? Татьяна Васильевна. Какая это школа? 29-я. Ага, Щурова. Вы методист? Нет, я просто учитель зарубежной литературы та соцпедагог цвета. Мне позвонила моя коллега и сказала, что ей родители позвонили, что в нашу школу снаряд попал. Я тут же оделась, потому что я живу недалеко, и прибежала. Увидела вот это за школой, вы, наверное, видели эту яму, земля, по которой мы шли, и разбитые окна. Ну, было еще ночи, и поэтому в школу не заходили. Утром сегодня по 8 я сюда прибежала, когда зашла, то в шоке была. Даже первая, когда первые несколько окон были разбиты, была не настолько страшно, не настолько, ну, разбита школа, как она разбита сейчас. Пациент, все? Я думаю, достаточно.